Один из моих 15 детей, один из моих 9 сыновей, мой 10-й ребенок, мой 6-й сын Алексеев Егор Владимирович, уже 3 месяца почти, да, занимается на кларнете. Это один из его 15 инструментов, на которых он играет. И играет еще он что? Сарабанду, да? Угу. Давай сарабанду. Видите, как ребенок за 3 месяца почти кларнет осваивает успешно, да? Одна незадача, у него национальность, он русский. Но мы-то считаем рус, потому что русский это не национальность, а рус, как белорус, а мы русы, да? И ему хода нет, не давали учиться, да? Кларнет с блошиного рынка, трости самодельные старые мы подточили, там подрезали, да? Так что из ничего выбиваемся, потому что в современной России русским или русам нет прохода, а? Не пущают нигде, запрещают, все прочее, но мы все равно пробиваемся. А? Уникальные дети у меня, каждый играет на 10-15 инструментах, несмотря на геноцид. А? Под гнетом геноцида в оккупированной России мы вымираем, но с музыкой.